Кстати, знал, что, короче, ну сейчас же все проголосовали за то, чтобы быть в России, типа Херсонская область и так далее. Это все наебалово. Там половина людей, короче, вообще не хотят, чтобы они были в России, но Россия заставила. Сказала, если нет, сваливайте отсюда. Местные тут говорили, что правильно людей здесь нету, уже уехали. А их голоса все равно посчитаны, учитываются. Ну вот, ну типа, там даже предлагали Херсонской области купить Ладу Гранту или что-то такое, чтобы они проголосовали за, ну типа, за Россию. Я такая, блядь, чё? А я наивная, думала, реально они согласны все.